Беларуси выбрали лучший город для жизни. В этом году и уже не первый раз им стал Брест. В конкурсе участвовали все населенные пункты страны. Критерии оценки – чистота, количество зеленых зон, спортплощадок и много другого. Бесспорно, Брест соответствует всем критериям. Шикарная набережная и городской сад, парк валунов, детские воркаут-площадки. А сколько в нашем городе зеленых зон? Постарались и коммунальные службы города. Превратили областной центр в один большой цветник. Или, как называют Брест в последнее время, город-сад. Уже в 2022 году улицы украсили 6 тысяч деревьев и 500 тысяч цветов. Самое главное сейчас – это не самоуспокоиться. Самое главное – удержать эту планку, потому что другие города, областные центры, уж тем более Гродно, они абсолютно не дремлют и развивают город. Наши акценты следующие. Точки притяжения по Бресту должны быть. Туристическая привлекательность должна быть. Гостиницы должны строиться. Новые маршруты туристические должны появляться, потому что это тот момент, на который мы тоже можем и даже заработать. Большая армия работников коммунального предприятия делает все возможное, чтобы Брест хорошел, а мы, брещане, можем им помочь, наведя порядок и красоту на своей дворовой территории. Ведь, как известно, дом начинается не с входной двери, а с придомовой территории. Ее вид и обустроенность может многое рассказать о жильцах. Так, например, двор по адресу улица Карла Маркса, 56. Яркий, ухоженный и красивый. Рассказывает нам о том, что здесь живут неравнодушные брещане, которые, вооружившись идеей, желанием и креативом, создали настоящий, хоть и небольшой, островок уюта. Когда строится дом, у него появляются кирпичные стены и окна. Это просто коробка. Но когда в него заселяются жильцы, они вдыхают в него душу. И дом начинает жить своей жизнью. Жильцы украшают дом цветами, садят клумбы. Ну и, конечно, мы тоже постарались украсить дворовую территорию так, чтобы было каждому приятно, выходя из дома и заходя домой, чтобы поднималось настроение. Любой двор – это маленькая планета, где могут происходить удивительные вещи. Это мир, который хранит мечты, тайны и воспоминания. Сделать любую придомовую территорию красивой своими силами можно. Нужно только очень этого захотеть, немного потрудиться, и все получится. Все мои соседи очень заботятся о том, чтобы у нас было красиво, нарядно и приятно не только для нас, но и для гостей и жителей нашего города. Мы стараемся, высаживаем красивые цветы на балконах. Вот прекрасный такой дизайн, вообще потрясающий. Вот этих клумб, я не знаю, я любуюсь каждый день. У меня хорошее настроение от этого. Создать благоприятную атмосферу в доме, которым живешь, чрезвычайно благородная задача. Она посильна только дружному коллективу соседей. Ведь чтобы добиться результата, важна сплоченность. И таких сплоченных, инициативных, креативных, творческих людей в Бресте немало. Красиво оформленные детские спортивные площадки, оригинальные цветочные клумбы, альпийские горки, малые архитектурные формы – все это создают люди, которые хотят жить в уюте и чистоте.